Давай, Серега, упаковался. Снимай на камеру. Да. Да. Маскатно пришли. Не хвоста, не чешуи, мужики. Оказывается, не мужики. Не мужики, а мужик с бабой. Так, выходим на речку. Потихоньку. Сегодня 16 декабря 2023 года. Прибыли на рыбалочку на Скатное. Сначала хотели на Барок, но потом передумали, развернулись, решили здесь пока порыбачить. Так, не знаю, видно, не видно. За этими, значит, кустами рыбаков, наверное, 15 жерлишников ставят жерлицы, стараются. Но я решил повыше. Видите, их вот река в этой стороне и простая жерлица вдоль этого берега. Не знаю, какая глубина, сейчас проверим. Серега ушел дальше, метров 150 от меня. Там попробуют половить окушка. Ну что ж, начинаем. Ну что, Серега, обосновался, смотрю, даже с охолотом. Ну, все как, чист по чести. Тут он в пол воды, какая-то линия стоит, как будто то ли рыба, но он не смещается, может, и ветка. Но... Какая глубина тут? Здесь 2,50. Ну, вот здесь, похоже, так вдоль берега это все, такая линия идет. Ну вот на второй лунке там, блин, такая рыбина прошла, не знаю, что за рыба. Крупная что-то была. Что, течение-то есть? Какой-то потяг, потому что мормушку сносит, мормушка легкая. Я что-то вот не заметил, когда ставил, вроде как нормально. Жерлицы 4 штуки поставил. Там глубоковато показалось мне. Там повыше еще помельче, а сюда глубже пошло. Не стал я пока. Проверю, может, побурю, посмотрю эхолотом, где тут есть. Нет, тогда в сторону Барка. Там всегда клевало. Ничего, Серега, ни хвоста, ни чешуи. Давай, рыбачь. Обрадуй меня хвостом нормально. Пойду расставляться. Так, установил наконец-то все жерлицы, 10 штук. Время около 8 утра. Ну что ж, получается, что сейчас обрисуем. По ту сторону камыша поставил жерлицы, 3 штуки на мелководье, там полтора метра вода стоячая. Так, ну и на самом, как бы получается, на самой реке выход в пруд выходит у нас. И вот на самой реке вдоль берега здесь 3 жерлицы, здесь это помельче маленько. Вот, глубина до 2 метров. И дальше так и осталось 4 жерлица на яме. Будем ждать выхода. Ну, а пока сейчас попьем чайку. Согреемся. Серега поболтаем маленько. И будем усаживаться. Ловить белую рыбу. Что-то как-то скучновато. Смотрю, жерличники вдалеке находятся. Все сидят. Никто не ходит. Это ли не чудо, да, друзья? Пускай заглатывает. Лесочки хватает, там глубина большая. Ну, ладно, будем проверять. Это щучка завела в траву.
небольшая, приятная. Первая поклевка. Хорошо. Обрыбились. Сходил за экстратором. Заглотило сильно. Все-таки я дал даже заживать. Да, она уже от меня никуда бы не делась. Никуда бы не делась. Ну ладно, хорошо. Первая рыбка моя. Подождем пока. Вон какое солнышко тут. Красиво. Ручка гнула, погнала. Надо было подсекать. Надо. Может, завести не надо. Здесь заросли полно. Нет. Не чувствую. Урок, друзья, тоже носорожку. Пойдет. На ямах жерлицы молчат, но пока не буду оттуда переставлять. Это еще не показатель, что тут рыба поймалась, так она и будет дальше клевать. Так что. Ух, далеко заглотил это, далеко. На самых кишок. Позвоним Сереге. Как у него дела? В зоне видимости он есть. На реку ушел. Как у тебя дела? Одну шкалу поймал. А, на балансир или как? На мормышку. Ага. Ну, два хвоста, двух щучек поймал, где-то, ну, полкило, не больше. На жерлице, ага. Вот, получается, там в затоне, где вот ты жерлицы ставил, за камышами-то. И тут ниже, где вот, ниже тебя пробудился, тоже одна сработка была. Ну, пока все. У меня жерцов нету, так что надо как-то это сорогу искать где-то. Рыбачу недалеко от жерлиц. Здесь глубина 2 метра. Перешел на другую лунку. Здесь помельче. На полметра меньше глубина. А так и пойду вдоль, в сторону леса. Посмотрю. Где-то же должна рыба стоять. Друзья, окушка вытряс. Отлично. Своим глазам не поверил. Где-то в пол воды, полметра от. Одна.
Он так активно играл. Это же жилица, а не вторая жилица. Зайдем. Несколько еще есть. Есть. Я его мотал. Давай, давай, родина. Что, не северяне, что ли? Голуби на это не работают. Северяне. Что? Будешь дальше забирать? Ага, мелкая щучка. Это карась-то мелкий. Третья щучка. Так, посмотрим, как она заглотила. Нет. Подсек я ее, начала заглатывать, видимо. Успел подсечь. Ладно. Не буду руки ранить. А живцов у меня больше нет. Надо с глубины переставлять сюда. Если там еще не околели живцы, переставлю. Вот. Такая шурогайка. Берем. Тещу кормить надо. Но и сам уже соскучился по рыбке. По щучке. Покушать хочется. Друзья. Загар. На ямах. Четыре жерлицы, которые поставил. Есть загар. Промотаю. Пошел проверять, чтобы леска не примерзла. Неужели хвоста? Леска пристыла тут. Вроде ничего, нормально леска-то. Не размотала ни хрена. Смотрим. Ах, нет, 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 нет никого. Оставила зубы. Наверное, поторопился. Так, это что у нас? Ага, вторая жерлица. Здесь мы уже одну щучку поймали мелкую. Так, соседи у меня тоже там бегают. Бесперестанно. Ловят, не ловят, непонятно. Скорее всего, тоже ловят. Мне-то намного скромнее результат. Эту жерлицу я окуня, по-моему, садил крупного. Уже не просто сбил. Ладно. Будем смотреть. Ну, никого не чувствую. Похоже, наверное, окунь просто сам с катушек сошел. Просто сбил сам. Фу. Только от ямы отошел, присел с Серегой, поговорил по телефону, есть работа, так крутит, дернул раз, давай, давай, давай. Фух.
Согреться не согрелся, а запыхаться запыхался бы. Жерлицы на яме стоят. Должна щука хватать и в сторону уходить. А тут, не знаю, пробовать на вкус и бросаю. Так что ли? Или опять щука проходила мимо, так живец у меня дернулся. Одни догадки. Как говорится, вскрытие покажет. Бедный уже. Бедная соруля. Как ты не вымучаешь меня, щуку. Так, друзья, эту поставил, обратно вернул. Там загар. Не пойму точно. Кошки-мышка, щука играет со мной. Не крутит. Не крутит. Ну вот я уже проверял. Кто-то же берет, никак поймать не могу. Давай, давай. Лески хватает пока еще. Вот каждый раз вот такое чудо происходит. Душа колышется, предчувствие крупные рыбы. Но обычно, дай бог, хоть кто-то подсечется, и то хорошо. Не до крупного уже. Не до крупной особи. Так, в сторону ушла. Можно эту почистить. Ух, натяжка есть. Блин. Зацепилась. Завела. Слабинку дать. Сама ножка утонется. Попробуем постучать. Маловато, правда, цепит по весу. Замотаю. У меня уж так скоро и веревка закончится. 9 метров тут. Шевелится на том конце. Придется рвать. Что делать-то? Ой, туго. Легко пошло. Все-таки она не заглотила. Смотрите, живец-то ушел вместе со щукой. Вот так вот. Народ потихоньку уходит с водоема. Ну и нам, наверное, тоже пора. Пора заканчивать рыбалку. Лов не ахти, всего 3 щучки. Маленько повеселее сегодня. Жерлицы не дали сидеть мне. По большому счету рыбалка, я доволен. Будем собираться домой. Да все так же. 3 хвоста, больше никак. Вот смотрю, ты одну выдернул. Балансир вытряхнул. Ну-ка, покажешь. Ну, где-то под пилошкой. Вот
Ураган, да? Да, тёмушка. Ага. Повоевал с ней, блин. Да ты что? Так отверил туда-сюда. Ага. Заглотил целиком туда, вовнутрь, блин. Сначала мелочь побрал, а потом уже... Чё? Так, на середине реки, да. Так вот, где 3-4, вообще ничего. На пол воды показывают, а на двух. Два там с небольшим. Вот тут уже попробую окуня подолбить. Окунь-то вешается, но мелкий. Ага. А мне вон, смотри, мелочевка. Я ещё перепробовал. Тоже, блин, дергал. В общем, получается, что здесь две штуки поймал. Вот, две поклевки, две щуки. Там одна поклевка, одна. А туда на яму я замучился бегать. Одну последний раз завела. Ну, при мне крутит, мотает. Ладно, думаю, пускай заглотит. Она, видимо, живцом просто ушла. И так-то запуталась, блин. Я еле выдернул нахер. Ну, щуку-то не достала уже без живца. Ладно, не зацепилась. Видимо, выплюнула, блин. Не до конца заглотила ее. О, набегался. Ну, там, наверное, штук 8, наверное, загаров было. Сейчас пойду так снимать. Я так-то уже был готов уже и собираться. Все тут жарнищики уже ушли. Ну, молодец. Дай-ка я хоть потрогаю. За, хвост за удачу хоть потрогаю, блин. Ну что, нормально такая. Я думал, ну хороший окунь вначале как-то не особо сопротивлял. Потом как начало, блин. Да, киложка-то есть. Ну, что, не хотел заходить. Ага. Молодец. Ладно, обрубился хоть. Слава богу. О, он хотел тебе даже в садок, думал, что куда иди. Такие вот подвешиваются. Mm-hmm. А, один-то заглотил. Я достаю. Смотрю, он слетел. А я думаю, ладно, плыви. Потом смотрю, у него тройник-то в пасти. Балансир отдельно, а у него тройник, и он уходит уже в воду. Я уже рукой поймал, у него тройник ты выдернул. Как он соскочил с тройника, блин, интересно. Тройник отцепился. Блин. Mm-hmm. Он и отработал. Не поломало ничего? Mm-hmm. У меня похожая, только желтая, раскраска яркая. Вот нильсмастер. А эти все перепробовал. Раппалы, хаканы, блин. Ни хрена. Подходит и отходит. Подходит, угу, и отходит. Я так и что-то не стал балансирить. А, пару окушков вытянул, вытряс все-таки там в том конце. Вытряс. Один-то покрупнее. Второй помельче, так. Я его поставил на живца. Вообще, у меня живцы все закончились. Я уже, видишь, одну собрал, которую затянул, то думаю, ладно, рвать буду. Ждал, думал, сама как бы выкрутится. Вот. Чувствую, на конце-то там она, вибрация-то есть, она стоит. Видимо, она ее, она, ну, не засеклась, ее выплюнула, блин. Как дела? Да так. Щуки клюют. Хотелось бы получше, так скажем, да. Жерлицы срабатывают. Срабатывают, но в основном холостые. Три щеленка поймали. Ну что, хорошо, я два поймал. Набалансирован, на килограмм поймал. О, лучше, блин, это. Да, на. Хули на эти флажки смотреть. Ну, с другой стороны, шансов больше. Набурил, да сиди, смотри, блин. Ну, конечно. А у вас, а что, там стояли-то, да, жерлицы? Я дальше был. А дальше еще? А. Ну эти ребята, похоже, здесь и будут, наверное, ночевать. Нет, домой собираются. А, собираются. А то засыпал он полчаса назад. Поклевка была, так засыпал снегом. Что тут? Глубоковато тут. Да везде так глубоко. Большая вода. Там, где рыбачил, было 2 с лишним, сейчас под 4 метра. Тут, видимо, подпирают, да? Сейчас, видимо, не спускают. Не спускают, так она подпирает. Подъем есть, да. Как бы так. Вроде как неоткуда браться-то в воде-то. Ну, сейчас уже декабрь месяц, такое не должно быть. Ну. Хорошо, что есть на свете. Это счастье путь домой. Все, едем домой. Каракат берет. Спасибо водоем, дал сегодня рыбки. Все, выходим на трассу,
и садимся в машину. Осталось вместе с нашей три машины. Все уже по домам разъехались. Ну что, как, Серега, на камеру скажи, как, понравилась рыбалка, нет? Не зря съездили. Отлично! Как обычно. Еще бы хорошую щуку достал по нашим меркам. Нормально. Ладно, домой едем. Так, по дороге, друзья, авария попалась у нас. Ой, бля. Похоже, да, встречка, наверное. Или одну фуру занесло, а другой резко тормозил. Сейчас раз посмотрим. Машина ГИБДДшная сзади у нас. По зеркалам видно маячок. Сейчас как проехать нам. Надеюсь, что без смертельного исхода. Тоже у фурта, блин. Никакого шанса нет, блин, если лоб в лоб, блин. Ой-о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 й-
там хоть живые, не. Кто-то же вызвал, да? Кто-то же вызвал. Так что, водители, может, и вызвали. Проезжающие стол. Вот она. Жизнь там на волоске держится.